«Газпром» газораспределение «Ульяновск» входит в группу «Газпром Межрегионгаз». На территории региона является одной из специализированных организаций, оказывающих населению услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Такой договор – одно из условий поставки газа. Более 5000 абонентов проживают в Новоульяновске. Из них почти 2800 не пустили специалистов, чтобы проверить состояние газового оборудования и провести техобслуживание. Газовики, чтобы обеспечить безопасность, применяют комплексные меры воздействия на абонентов. Мы стараемся искать все возможные способы доведения до сведения людей, то есть используем интернет и прессу. И очень серьезный ресурс администрации города, которая тоже идет нам навстречу, значит, и помогает управляющие компании, у которых есть свой тоже график обхода, в том числе дымовентиляционных каналов, например. И мы в их график, значит, стараемся совместить со своим, ну, не стараемся, уже практически это выполнили. И сделаем как бы совместную проверку, чтобы дважды облегчить людям жизнь. «Газпром» газораспределение «Ульяновск» ежедневно проводит рейды по газовой безопасности, чтобы жители областного центра и сельских районов могли жить и спать спокойно. Цель комплексных проверок – проинспектировать состояние бытовых газовых приборов, проверить наличие договора о техническом обслуживании, проинформировать население о том, что вся ответственность за отказ от проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, которое, согласно новым изменениям в действующем законодательстве, должно быть ежегодным, лежит на собственниках жилья. О сроках проведения техобслуживания, которое проводится по графику, жильцов частных и многоквартирных домов оповещают заранее объявлениями и яркими листовками. Наш сотрудник проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования раз в год, согласно постановлению 410. Проводит визуальный осмотр газового оборудования, проверку доступа, смазку, разборку кранов, проверку герметичности газопровода и газово-использующего оборудования. Проводит проверку тяги дымоходов, вентиляционных каналов, соединения дымоходов, герметичность. И также производим инструктаж потребителей по правильному пользованию газовым быту. В 2019 году газовики совместно с правительством области, МЧС, представителями муниципалитетов провели дополнительные проверки состояния газовых приборов и счетчиков более чем у 7 тысяч потребителей. В результате абонентам было выдано 723 предписания. Отключено 173 единицы неисправного газового оборудования, зафиксировано почти 9 тысяч актов о недопуске специалистов в помещение для проведения техобслуживания в ДГО. Отговорки у горе-жильцов при этом стандартные. Мы не собственники, дома нет никого, мы не видели объявления и другие. Но радует то, что в свете последних событий, происходящих в стране, все же большинство собственников квартир ответственно подходят к эксплуатации и содержанию газового оборудования. Светлана Генриховна ежегодно вызывает специалистов, чтобы проверить газовые приборы в квартире. Говорит, что сотрудники «Газпром» газораспределения «Ульяновск» работу выполняют качественно и в срок. Это очень опасно для жизни, утечка газа. И иногда можно просто и не самим не среагировать, и не предотвратить это. И работой газовиков я довольна. Они приходят к нам каждый год, во всяком случае. Вот знакомые ребята, вот они всегда у нас бывают. Быстро делают, смотрят, рекомендуют, что нужно сделать. Проверки и обход граждан стали уже системной работой. Однако, как показывает практика, нужно совершенствовать российское законодательство. Так, «Газпром» предлагает ввести требования о лицензировании деятельности сторонних организаций по техобслуживанию в ДГО и проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов. Только комплексный подход, совместные действия органов власти всех уровней, газовиков и, самое главное, потребителей газа поможет решить главную проблему – обеспечить внутридомовому газовому оборудованию постоянное профессиональное содержание и контроль.